Мне надо сказать, что я еще никогда не встретился с таким препаратом, который бы так быстро работал. Когда я принимаю синтезит, энергия и все растет в 20%. Пришло, я не хотел спать, потому что первые капсулы я принял вечером. Но потом я спал, цветный сон, эротический. Потом утром я звонил моим друзьям и говорю, это что-нибудь для вас, потому что вы уже потеряли много гормонов для мужчин. И я подарил моих друзей, чтобы они попробовали тоже. Александр, здравствуйте. Станислав, здравствуйте, здравствуйте. Вы меня видите хорошо? Да, я вас вижу хорошо, слышу тоже хорошо. Я тоже. Так, Чехия на связи у нас, да? Чехия, Чехословакия, да. Чехословакия на связи. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Станислав. Мы тогда сразу с вами начнем наш разговор, хорошо? Хорошо. Хорошо, здравствуйте, уважаемые зрители. У нас сегодня вот Чехословакия на связи, уважаемый Станислав. Наш потребитель синтезита достаточно давно уже, по-моему, принимает синтезит. Честно говоря, не помню сколько. Вот, но давно мы договаривались уже сделать какое-то интервью и поговорить о том, какие есть результаты о приеме нашего биогенного минерала. Меня зовут Александр, вы на канале Синтезит. Итак, Станислав, ну давайте послушаем, что у вас там интересного такого произошло за время вашего приема, сколько вы принимали синтезит, как принимали, в каком состоянии подошли к нему и что сейчас вот у вас происходит. Спасибо. Первое поздравляю Россию и извините мою грамматику, потому что я очень долгое время не говорил по-русски. С Александром в первые 3 месяца тому назад мы говорили вместе. Но а мне я у меня 62 лет и вес 125 килограммов. И я совсем здоров, да? Благодаря Саню на Флориде, это ютубер из России, который у него ютуб из Соединенных Штатов Америки, и у него была реклама, и я смотрю, это очень интересно, потому что клетки, стволовые клетки, этим я занимаюсь сейчас. Но и я заказал синтезит и принял первые две капсулы. И эффект через 2 часа, огромная энергия, улучшилось зрение и пришло, я не хотел спать, потому что первые капсулы я принял вечером. Но потом я спал, цветный сон, эротический. Потом утром я звонил моим друзьям и говорю, это что-нибудь для вас, потому что вы уже потеряли много гормонов для мужчин. И я подарил моих друзей, чтобы они попробовали тоже. Отзывы очень интересные, я буду еще о них говорить. Мой русский язык в порядке для вас? Я вас понимаю, я думаю, что наши Супер. Зрители тоже поймут. Да. А Станислав, скажите, пожалуйста, вы сказали, что занимаетесь стволовыми клетками, это что значит? Ну, у меня сотрудничество с учеными, которые работают работают в области иммуномодуляции, иммунитета и продолжения продления жизни. Жизни, продолжения жизни и так. И мы делаем вебинары, интернетовые связи с нашими дальшими друзьями, другами. И у нас очень много новых
мы знаем новые и новые вещи об этом. И потому это была вещь, которая заинтересовала вас. Заинтересовала, спасибо. Но. И потом я начал экспериментировать со собой и с моими друзьями, но за собой больше, потому что я попробовал ежедневно две капсулы пропить, потом одну. При моем весе я понял, что одна это не хватит. Мне надо две или три. Uh-huh. И потом я сделал перерыв, чтобы был какая-то разница. И я узнал, что, я думаю, 20% когда я принимаю синтезит, энергия и все растет 20%. С такими отзывами я послал синтезит моим друзьям. Одна это такая уж бабушка, 75 годов. Через 3 дни у меня здесь помощь, я переводил себе. Так, и перестал болеть позвоночник и спин и сосуды. Uh-huh. Очень быстро. Второй, это мужчина, 60 годов. Ему надо повысить сексуальные функции, сексуальные гормоны. Он таки, у него немного энергии. И он попробовал, у него вес, я думаю, так, 90 килограммов, и одна капсула нехватила. Včera já jemu posavětoval, vezmi dvě kapsuly večerom, pozno večerom. On vzal, je to zase nová informace, dvě kapsuly v polnoc, 12 časov noči, i nespal do utra. Зачем вы так с ним поступили, чтобы на ночь? Потому что он говорил, это ничего не работает, никакая функция синтезита, ничего. Я думаю, это будет для тебя. Чтобы он почувствовал, да? Да, чтобы он почувствовал очень сильно. Но сейчас он будет принимать скоро утром и увидеть, если приходит энергия. Хорошо. Это, думаю, то главное из моей стороны. И у меня еще другие друзья, которые попробуют, но у меня я еще не получил отзывы, которые я бы мог вам сказать, но будет их более и более, я думаю, потому что я хочу сделать рекламу. Потому что я важно, мне надо сказать, что я еще никогда не встретился с таким препаратом, который бы так быстро работал через несколько часов. Потому это мне очень интересует. И в комбинации с этими препаратами, которые мы используем на базе ремонта ДНК, например, у нас новые такие добавки, незнакомые в мире, я думаю, что это будет такая бомба. И еще одна вещь, которую я хочу сказать. На одном из российских каналов телеканалов я слушал такое интервью, что один человек из России был у бабушки Ванги в Болгарии, когда она еще жила, и она сказала, что какой-то человек из России придет с новостью, что рак будет убит железным молотком. Я думаю, что это может быть синтезит, потому что я вижу огромный потенциал. Да, почему бы и нет? Тем более, у нас же, если вы читали, исследования есть инвитро по раку,
Вот, по воздействию синтезита на раковые клетки кишечника, легких. Инвитро, правда, это в пробирке это делалось. И плюс ко всему мы сейчас даже получаем информацию, что некоторым людям синтезит вместе с иммунотерапией позволяет перебороть, их организму позволяет перебороть СПИД. То есть вот сейчас у меня, допустим, на руках есть заключение здесь. Вот, сейчас посмотрю, это он. Тут... Сейчас, секундочку. Где-то. А, ну вот. Я вот распечатал здесь, да. Сейчас фамилию только закрою. Вот. Покажу. То есть у него вот анализы РНК были. ВИЧ обнаружен, ВИЧ обнаружен, РНК ВИЧ обнаружен. А вот тут вот РНК ВИЧ не обнаружен. Ага. То есть ВИЧ не обнаружен. Да, тут, видимо, у вас отражается, да, у вас отражение зеркальное идет, зеркальное отражение. Да-да-да. Вот. Ну, я вижу, это хорошо. Да, я эту фотографию приложу к нашему видео, когда буду делать. То есть есть результаты, что и люди умудряются иммунитет поднять так, что организм справляется с вирусом ВИЧ, да, или СПИДа, к примеру, да, это в том числе. Вот. Так. По лейкозу есть у нас данные, да, лейкоз это... Одна из форм рака крови, вот, с тромбоцитами связанная. По лимфоме, лимфома – это лимфатическая система, рак. Тоже есть данные такие. Поэтому ничего загадывать не будем. Синтезит – это в любом случае не лекарство. Вот. А почему некоторые люди чувствуют его быстро? Потому что синтезит организм использует как силу, как энергию. Точно. Он берет его силу и на процессы направляет на нужные, чтобы исправить. То есть синтезит-то как бы ничего сам не лечит, организм сам себя лечит. Да. А, это надо сказать, потому что люди говорят, это лекарство. Это не лекарство, это железный молоток. Это железный молоток, который даст пинка вашему организму, чтобы он быстро справился со всеми заболеваниями. Да. На самом деле так и есть. Ну хорошо, Станислав, очень интересно, конечно. Нет у вас заболеваний, я понял, и вам не на что ориентироваться по какому-то улучшению, да, вот у вас нет болезней. Я хочу улучшить, системе, я чувствую себя на 40, да, я хочу чувствовать себя еще лучше, значит, у меня потенциал в голове, в ногах и так. Хорошо, Станислав, очень интересно, да, будем ждать дальнейших ваших результатов, у ваших людей, то, что будет происходить, тоже будет интересно узнать о других людей, если будет возможность с ними как-то связаться потом, взять у них интервью, да, или если они, допустим, предоставят какие-то анализы до синтезита, после синтезита, может быть, УЗИ, да, кто-то сможет сделать. Можно мы сделаем интервью с маленькой группой людей, с моими друзьями, да? Четыре вместе мы будем говорить с вами. Хорошо, ладно. Придумаем, как это сделать. В любом случае, спасибо за то, что уделили время. Желаю вам крепкого здоровья и вашим друзьям отличных результатов. Я вам тоже. Спасибо, до свидания. До свидания. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания.